Здравствуйте, девочки! Рада приветствовать всех на канале «Арома Фортуна». Посмотрите, как одеваются женщины в элегантном возрасте и при этом выглядят стильно и модно. Гардероб женщины после 60 лет может быть любым. Главное, чтобы было со вкусом, удобно и стильно. Уличная мода диктует свои правила для женщин среднего и элегантного возраста. Не нужно стремиться одеваться в возрастную одежду. Выбирайте модели по типу фигуры, темпераменту, возрасту и образу жизни. Все должно быть гармонично. Одежда, легкий макияж, прическа, аксессуары, комфортная обувь и воздушный намек на аромат. Выбирайте такой стиль одежды, который делает женщин моложе. Правильно расставляйте модные акценты. С возрастом женская внешность становится менее яркой, поэтому следует добавить насыщенных красок и оживить черты лица, если хотите выглядеть более молодо, изящно и изысканно. Старайтесь сочетать несколько, но не более 3 оттенков в одном образе. Самое главное – принять свой возраст, ведь это всего лишь цифра. Поэтому ни в коем случае не забывайте про улыбку и хорошее настроение. Наслаждайтесь просмотром, посмотрите, как красиво одеваются в элегантном возрасте. Поделитесь в комментариях, какие образы уличной моды понравились вам больше всего. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить самое интересное. А я благодарю вас за лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока!